Всем привет! Погода в Алании очень теплая. Температура воды в июле, в августе колеблется в районе 28-30 градусов. Людей купается очень много. Да это и понятно, потому что вода просто отличная. Температура воздуха доходит до 40 градусов, но в среднем в районе 33-34. Но достаточно жарко. То есть духота даже ночью, не каждую ночь бывает прохладно. Большую часть ночей скорее даже душно, то есть без кондиционера сложно спать. Вентилятор не спасает. Но зато на пляже шикарно. Люди купают, отдыхают, купаются. Обстановка хорошая. Единственное, сейчас облака, но это не облака, это дымы от пожара. Потому что в Манавгате сейчас пожар, и от него идет дым, он поднимается и создает такую видимость облачной погоды. На самом деле, по прогнозу, в июле 30 ясных дней в Алании. В Анталии жарче. В Анталии сейчас за 40. Ну, где-то 40 и 40 с копейками. То есть Алания в этом плане выигрывает летом, потому что и так достаточно жарко. Если бы еще температура была градусов на 5 выше, было бы уже чересчур. Цветы и растения постоянно поливают. Иначе они при такой жаре просто не выживут, сгорят. Пальмы летом, кстати, стали не такие зеленые, как были весной, уже подвыгорели. Поэтому, если хотите прям увидеть такую красоту, зелень, много цветов, то лучше приезжайте весной. Летом это все подвыгорает и смотрится уже не так ярко. Но в целом все равно красиво. В целом погода в июле, в августе в Алании приятная. То есть если приехать на неделю, на 10 дней и хотите так прям качественно прогреться, то самое лучшее время. Если уже на длительный период, то эта жара может вам поднадоесть. Цветы выгорели на солнце. У нас есть видео, гуляем по этому парку весной. Смотрите, там очень красиво, очень все ярко. Летом, конечно, уже не такие цветы, как весной. Прекрасно, что в Алании много фонтанов. Они дают приятную свежесть. Погода в Алании, на мой взгляд, лучше погоды в Анталии, потому что зимой здесь теплее, а летом прохладнее, нет такой духоты. В Анталии летом за 40 градусов, люди выходят ночевать на пляж, очень душно. В Алании градусов на 5 прохладнее, то есть где-то в среднем там в районе 35 она колеблется, все ж таки не так душно. Летом в Алании комфортно себя чувствуют только кактусы и алоэ. И то кактусы все исписали. Оптимальное время для отдыха в Алании, на мой взгляд, это начиная с середины мая до конца июня и сентябрь-октябрь. В этот период вода в море теплая, а духоты, воздуха нет, вечером уже прохлада. Парашют полетел. Крепость Алания. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.